такая судьба, вот когда сейчас Константин Александрович говорил про ордена Устинова, мне вот как-то так по жизни повезло, сегодня я занимаю должность заместителя начальника Думы офицеров Западного военного округа. Служил я при министре обороны СССР Устинове, а сижу, надо мной тоже портрет маршала Устинова. И вы закончили учебное заведение, в котором не только он учился, но и чье имя носит. Один из величайших людей, который умудрился в годы Великой Отечественной войны прямо с колес наладить производство военно-промышленного комплекса. Если интересно, об этом сегодня раскрыты все материалы. Почитайте их. Кто же этот человек, чье имя носит учебное заведение, которое вы закончили? Самое главное, наверное, в жизни любого парня – это отцовское слово. От всех отцов Александр Владимирович Полюшко.